Жители арендного дома в городе Абай Карагандинской области четвертый месяц не могут зарегистрировать ОСИ, чтобы обслуживать дом. В июле они получили долгожданные квартиры, но до сих пор у них не получается оформить прописку из-за отсутствия этих паспортов на жилье. По той же причине живут без адресной социальной помощи. Этот дом государственный, заселен очередниками, многодетными выпускниками детдомов, людьми с инвалидностью. Они возмущены, но большинство боятся высказываться на камеру. Уж слишком долго они ждали эту жилплощадь и боятся ее потерять. Решилась только Анна Романовская. 14 лет она стояла в очереди и 6 июля наконец получила долгожданные ключи. В августе заключила договор аренды без права выкупа, но до сих пор не может получить прописку. Получается, мы живем здесь нелегально. Никуда мы прыгнуть не можем. Куда обращаться? К БТИ нам сказали в Акимате, что техспорта не готовы, поскольку там нет финансирования или что-то еще. У Анны инвалидность второй группы. Парализована рука и нога. Работу найти не может. Живет с несовершеннолетней дочерью на пособие в 71 тысячу тенге. При этом только одно выписанное ей лекарство стоит 62 тысячи. Без прописки она не может оформить ни адресную социальную помощь, ни жилищное пособие, которое бы покрыло половину коммунальных платежей. А жители дома также оформить не могут. Поэтому не получается зарегистрировать счетчики тепла. В итоге платят за отопление в 3 раза больше, чем остальные жители Абая. Единовременно изготовить все технические паспорта, ну, тоже невозможно, да, понимать объем работы. Вот. Но на сегодняшний день, тем не менее, половина технических паспортов нами уже получены. То же самое техпаспорт. Выезжают, замеры какие-то производятся. То есть опись идет комнаты каждого, там, коридор, столько квадратных метров, санузел столько-то. После этого сотрудники идут в ЦОН и каждую квартиру отдельно регистрируют. Поэтому это занимает столько времени, пояснили в отделе ЖКХ. Тем не менее, через пару недель обещают выдать техпаспорта всем жильцам. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Информбюро, Карагандинская область.